Добрый день, дорогие друзья! С вами Махина Ирина, лидер компании Faberlic. Сегодня я хочу с вами протестировать или показать действие вот такого подарочного набора для ухода за руками. В него входит это химический пилинг, затем тонкая шлифовка, то есть скраб, и жидкая перчатка. Я сегодня целый день занималась виноградом, и вот мои руки, они просто жесть как выглядят. Конечно, на камеру не хотелось бы такого показывать, но хочу посмотреть, справится ли этот набор с этим, вот эти средства с моими руками или нет. Артикул этого набора 20-29. Обычно цена 499 рублей в каталоге, но иногда бывают акции по 399 рублей. Так, первый шаг у нас — это химический пилинг. Его я наношу, если не такие загрязненные руки, как сегодня, то минут на 7-10. Но в моем случае нужно нанести на 15-20 минут. Сейчас я нанесу. Код этого средства 20-94. Так, ГОСТ, видите? Я наношу прямо на ваших глазах, а потом я отключусь, чтобы 15-20 минут не быть в эфире. На данный момент время 5:58 по московскому времени. Просто наносится вот такое средство. Оно такое гелеобразное. Это вот химический пилинг гель первый. И посмотрим, как вот справиться с моими всеми этими недочетами, которые сегодня произошли в результате обработки винограда. Сейчас посмотрим, он сейчас будет впитываться. Я уж долго так не буду время занимать, чтобы... Видите, какие даже вот на камеру не хочется такое показывать. Вот, оно вот так вот сейчас вот будет впитываться и чистить. После пилинга я вам покажу, это минут через 20, что произошло. Так, я отключаюсь и потом продолжаем дальше съемку. Продолжаю свое видео. Вот смотрите, началось действие пилинга. Он у меня скатывается вот в такие прям катышки. Прям они все липнут к рукам у меня. Но пока по рукам, ну, вроде как ногти почище стали. Посмотрим дальше. Но средство, вот оно собирается. Грязь вся с рук. Ой, да что, конечно, страшные мои пальчики после винограда. Простите, пожалуйста, за это видео. Ну, хочется показать, наверное, то, что есть. Заметьте, кольца я все сняла. Не захотела. У меня, правда, вот на этом пальце есть больное место. Я порезалась. И скажу, что вот пилинг мне не жгет. Никаких болевых ощущений я не ощущаю. Ну вот, давайте пробовать дальше, смотреть, что у нас будет. Ну вот пока, вот видите, все собирается. Вся такая вот грязюка, которая занималась я виноградом сегодня. Полдня почти. Вот. И, ну, я массирую эти 15 минут, 20, то, что положено, так как... Я думаю, что без этого никак. Так просто ничего действовать не начнет. А что просто так сидеть с такими руками? Ты сам делать ничего не будешь. Писать ты не сможешь на компьютере. В телефон ты с такими руками не полезешь. Хотя, ну вот оно липнет. Я так скажу, что пальцы друг дружки. Но все равно в телефон ты не полезешь с такими пальцами. Видите, какая страхота. Ну посмотрим,
кто будет, конечно, попытаюсь еще вот так вот своими методами. Но хочу показать вообще, чтобы как бы, что я вообще ничего не использовала, только если вот свои ногти. Все, больше я ничем пользоваться не буду. И посмотрим. Все, дальше продолжаем эксперимент. И снова это я. А вот, смотрите, первый результат после первого шага – это пилинг. Теперь мы пробуем шаг номер два. Это скраб. Его нанести надо и смыть. Потереть в течение нескольких минут и смыть. Код 2095. В данном случае я вам хочу сказать, что вроде как пилинги-то справился, но я, вероятнее всего, возьму нашу перчатку и с этим скрабом потру по своим пальчикам. Выглядит это так. На влажную кожу наносим. Такой белый цвет. Он с креплениями. Вот такой вот. Приятный. Наносим на все руки. Это я. Где-то тут вот. Ребята, здесь только и не хватало. Так, вот так вот все наносим. Желательно бы щеточкой какой-нибудь почистить. А ты что, все виноградит? Так виноград. Сам знаешь, что делала сегодня с виноградом. Все руки в винограде, и вот, вот это хочется все очистить. Ну вот смотрите, вот даже болезненное место на скраб у меня тоже не влияет. Еще раз говорю, приношу свои извинения за такие некрасивые руки, но по-моему вид уже совершенно меняется. Но я вам скажу, я вам сейчас покажу, перчаточка у меня есть для скраба. Я, наверное, воспользуюсь ей все-таки, чтобы лишнее что-то поотмыть. Между прочим, это наше полотенце Берлик. Оно мне очень нравится. Это самый маленький вариант. Для рук он считается. Ну, у меня для рук и для маленького ребенка. Самое то, чтобы там по размерам вытереть ему личико и ручки. Ну, сейчас так как у меня оно под руку попалось, поэтому я с ним. Все, скраб у нас просто высох уже практически. И вот все вошло. Даже вот крапинки эти, вот такие сахаринки видны. Ну, вот посмотрим. Не хочется знать, мне прям хочу. Но вот эта вот штучка мне не отойдет, потому что, видите, я ее прямо, ну, болезненное место было. Ну, давайте смотреть дальше. Как справится это средство с... Я, смотрите, даже просто накоточком все отходит. Ну, сейчас подождем. Его там буквально немножко можно ждать. Просто нанести и смыть теплой водой. Так что вот видно, что они как бы пошаговые. Первый шаг, второй шаг. Но мне эти вот, вот эта серия очень нравится для рук. Даже когда мужу делала, пробовали мы. Мужчины же такой народ, что они не хотят ничего. Но потом он сказал, говорит, руки как у младенца становятся. Вот видите, сюда же эти вон крапинки видны с крабика. Да, ногти, конечно... Ну вот не успела ничего сделать, ну и хорошо, что не успела. А то пришлось бы после маникюра только если в перчатках работать с этим виноградом. Все, у меня здесь все высохло, теперь его можно спокойно идти смывать и приступать к третьему шагу. Вот, ждите моего дальше, моего появления на связи. И вот я снова к вам вернулась. Показываю после скраба мои ручки.
Состояние, конечно, не идеальное, но уже намного лучше. Как и говорила, что я пользовалась вот нашей, воспользовалась еще нашей такой варежкой, ну как бы для скраба. К сожалению, не смогла найти код. Если что, то скину здесь в ссылке под видео. Очень нравится она мне. Я для тела скрабом пользуюсь. Она такая тоненькая, удобненькая. Недорогая она, что там, по-моему, в пределах 100 рублей. Помогаю организовать телестудию здесь. Папа. Так, дальше. Теперь мы два этапа прошли. И следующий этап это у нас... Сейчас я руки обмакну, потому что... Ну вот видите сами результат. Еще бы, конечно, подержать. Ну и тут для домашних условий. Дальше мы наносим жидкую перчатку. Вот она вот такая, крем для рук. Код ее 2096. Просто нанести. И все, смывать ее не надо. Эти первые два средства снимать надо, а это нет. Вот он такой белого цвета. Очень приятный запах. Если из трех вот этих средств сравнивать, мне, я не скажу, что мне нравится, как пахнет, да? Но химический пилинг, он такой более стойкий запах. И, ну, при желании, как бы, выдержать можно. Вот так вот по всей руке. Я думаю, что завтра, если повторно сделать, результат будет налицо. Но есть еще над чем поработать. Но я думаю, что уже даже с моими такими ноготочками. Давайте я эту ручку покажу. Вот видите, все было черное. Вот пальчик, который больной, он так тут. С ним ничего никак не сделать мне. Простите, конечно, за мои ногти. Но вот на данный момент с маникюром я бы ничего не смогла бы сделать с виноградом. Поэтому пришлось сделать так, как есть. А вот. Крем очень приятный. Впитывается идеально. Прям тает на руке. Мне нравится. Я пользуюсь. Это уж не первый мой набор. Самое интересное, даже если подарить кому-то за 399 рублей, за 490 рублей. Сейчас не могу сказать, сколько она в каталоге стоит, этот набор. Но я думаю, что любая женщина будет довольна такому набору. А теперь я хочу вам показать наши две водички, которые будут в подарок нашим новым консультантам. Сейчас начал действовать каталог номер 15. Вы можете на выбор получить или Ренату вот красную, или зеленую. Сама я пользуюсь зеленой водичкой, потому что она такая более свежая. Красная она у меня, как помните по прошлому видео, она была у меня закрыта. Но так как я ее открыла, значит, давайте пробовать. Этот аромат. Что там? Ну, слушайте. Сладко. Ну, сладко. Ну, вот эта красная, она считается хитом продаж. Вам просто необходимо сделать заказ по ценам каталога на 1999 рублей. Получите скидку 20%. И в подарок со следующим каталогом любую водичку на выбор. Вот, конечно, я этой давно пользуюсь водичкой. Ну, как давно? Недавно, видите, даже. Но мне немножко совсем хватает ее. Она, я люблю больше свежие такие вот ароматы. Красная, конечно, для меня приторная. Но все-таки, если вы хотите быть консультантом, покупателем, простым покупателем в компании Faberlic, просто зайдите ко мне под видео. Там есть данные, где можно зарегистрироваться. Я буду рада видеть вас в нашей команде.
Если вам мое видео понравилось, ставим пальчик вверх. Всем пока-пока и спасибо за просмотр. Здравствуйте еще раз. Решила все-таки записать видео по скрипту. Не смогла я сидеть с такими, со вчерашним результатом после набора гран-при. И поэтому я сидела и думала вечером, как мне пальцы довести до своего идеального хотя бы состояния. Вот я вам показываю результат. Я все-таки их очистила, кроме своей болячки. Тут болячка, и тут болячка. Вот. А так они у меня вот теперь можно сейчас поотрастить и спокойно идти к маникюристу на маникюр. Что я для этого, чем вообще я пользовалась? В первую очередь я взяла наше средство интенсивный уход для кутикулы. Код 7398. Ну, такое оно желтого, вот видно, что цвета. Так вот просто наносила, втирала в пальчики, в кутикулу. Сидела, массировала свои пальчики. Вот, они у меня еще поразмякли. В итоге я воспользовалась то, что у меня было из инструментов. Это вот эта вот палочка. Все аккуратненько вычищала сама. И наши щипчики простые. Вот. Больше я ничем не пользовалась. Обычно я этим не пользуюсь, я хожу к маникюристу. А так, дачный сезон только закончился, и вот это виноград. И поэтому, как говорится, не хотелось мне идти сначала на маникюр, чтобы потом доделывать какую-то работу. И в конце нанесла вот про руки наш бальзам для рук. Интенсивное восстановление, чтобы успокоить как-то свои руки после всех этих процедур. И вот, я думаю, что теперь можно сказать, что они у меня идеальные. Хотя бы то, что было вчера, до вот только начинала делать видео. Здесь, по крайней мере, уже не стыдно показывать. Так, по поводу своей болячки хотела еще рассказать. Вчера забыла. Кто-то у нас сделал, девочки, отзыв по антибактериальному средству. И что вот можно наносить на ранки. Код 11136. Девочки, вот, я им прыскала, и поэтому мне палец вот прям он зарастает. Вот он не болит у меня. И ребенок, у меня когда теперь что-то царапок какой-нибудь, он бежит ко мне, мам, попрыскай. Он вообще не щиплет ничего, хотя он для этого не предназначен. Вот. Спасибо за внимание. Кому мое видео было полезно, ставьте пальчик вверх. Все, спасибо всем. Пока-пока.